Всем привет, с вами Crochet Day Game. Воу, всем привет! И сегодня мы играем в Tower of Misery. Это почти как Tower of Hell, но я не знаю, в чем отличие, но, наверное, он легче. Короче, проходить препятствия, все да. Как Tower of Hell. Правильно, Рика? Воу, и первое препятствие мы не прошли. Вот это видите? Такие красные такие квадратики. Да. Это все лазерные лучи. Да, я думаю, все знают. И вот эта лазерная мясорубка, которая перед нами, смотрите. О, это чья-то рука. О, ты посмотри, что она делает, да? Она просто рубит людей на части. Так, давай. Оп. Радуга, это девочка Радуга. Удачи тебе, Радуга. Это, не я, это у нее такая штука. Ух ты, а давай прыгаем. Оу, есть. А-а-а! Ринка. О, нет. О, давай, надо было остановиться и не двигаться. Нет. Тебя сдвинуло? Да, просто когда ж прыгаешь и движешься, это сложно. Ага. Рин, а у нас 2000 монет. А ну сейчас, секундочку. Оп. Ай-яй-яй. А что за эти 2000 монет можно купить? А давай откроем шоп, магазинчик. Тут можно купить бессмертие. Ага. Бессмертие можно? И что происходит? Лазерные лучи не могут тебя убить? Нет, да. Прикольно. А дальше что? Быстрые часы. Быстрый час проходит, да? Нет, быстрое возрождение. А, это неинтересно. Высокая скорость. Так. Угу. Низкая гравитация. Нет, это не. А ночное время? Что дает ночное время? Я не знаю. Быстрое возрождение, быстрая скорость. Давай быстро. Низкая гравитация, давай. Это как в космосе. Ты прыгнул, ты на 10 метров такой прыжок сделал. Это прикольная тема. Покупай низкую. Купила, да? Да. Все. Давайте теперь оно попробуем. Лучше, пройти. Да? Лучше уже прыгает. Надеюсь, мы купили это не зря, да? Ага. Ты знаешь что? А ну остановись, секундочку, остановись, не двигайся. Зайди в шоп еще раз. Все, сейчас я пройду этот уровень, а то. О, лазер! Алинка, нам нужна скорость. Нам надо реально скорость. Добавь скорость. Все, купила? Ой. Отлично, давай, заходи. Это ничего не поменяло. Так, нам нужна скорость. Ничего не поменялось? Нет, а вроде быстрее стало, да? Ты чувствуешь, что быстрее или нет, Арин? Я не знаю. Не чувствуешь? Подожди, не торопись. Стоп! Что это такое? Ты сразу переместилась в другую башню? Да. Вот это круто. Вы видели это? Да. Ребят, это очень прикольно получилось. И с нами сейчас рядом наша собачка Лунка, да? Кто играл в эту игру? Пишите комментарии, до какого уровня дошли, да? И сколько у вас опыта? Ну вообще, это не уровни. Это полностью как башня ада. А, здесь самое главное дойти до верха. Да. А никакие уровни не считаются, да? Тогда пишите, кто дошел до башни ада, а кто нет. А, пап, тут 5 уровней в этом тауэре. 5. Всего-то 5? Всего. Давай быстренько их пройдем. Давай. Слушай, давай потратим остальные деньги на что-то. Протюнингуемся. Только давай первый уровень пройдем. Ну ты чувствуешь, что низкая гравитация? И ты чувствуешь, что быстрее скорость или нет? Стою, там эта штука как движется. Ты считаешь, есть разница, нет? Да. Нет разницы? Что? Нет разницы, то, что мы купили, или есть нет. Разница? Нет, оно же уже деньги, уже наши не вернутся. Ну, это понятно. Уже в этом тавере нет. В этом тавере, это в новом тавере нет. Надо заново покупать да. Все? Послушай, остановись, давай купим скорость, низкую гравитацию и еще кое-что, давай? Ну давай сначала попробуем пройти так. Ну может быть нам поможет это? Не, ну мне, вот я проходила на компьютере и не... Ну хорошо, Рин, давай пройдем тогда так. Я просто хотел нас улучшить, модернизировать, чтобы мы стали быстрее и шустрее. Так, а смотри, стекло башня. Что такое стекло башня? Я не знаю. Может давай все купим? Давай все, что у нас есть, купим. У нас еще 3 минуты. Давай вот эти 3 минуты полностью конкретно прокачаемся, все деньги потратим и дойдем до верх. Давай, прыжок. Не торопись, главное не торопиться. Мы все испортили. И на самый краешек не вставать, да, Арина? Оп. Есть. Оп, есть. Давай, Аринка. И прыжок. О, стоп. Фу. Аж дыхание переключилось у меня так. Фух, давай, Арина. Сейчас, подожди, стой. Ой.
Сейчас разбегаешься, ты не должна пропустить эту лесечку. Аринка. Так. Аринка, крошек, дай гейм, прыжок, джамп. Yes! Смотрите, как получилось. Стоп! Вот это вот было жестко. Лунчик, успокой меня. Так. Мне кажется, мы все деньги потратили и ничего такого не сделали. Да? Да. Ну, не знаю, что оно никак, абсолютно ничем не лучше, да? Нет. Давай еще раз попробуем. Давай. Так. Прыжок. Прыжок. Видите? Не так легко. Но вот если по сравнению с Tower of Hell, что тебе лучше? Tower of Hell. Да, а в чем разница между этой игрой? Вот как ты видишь? Лучше препятствия или что-то по-другому? Вот, да, там такого сложного нету. То есть тебе это не очень такая вот... Да. Ну, это как разновидность. Кому надоел Tower of Hell, немножечко с, другие препятствия и немножко все по-другому. Так, подожди. Воу, рано. Хорошо. О, у нас 19 опыта. О, это неплохо? Нет. Давай, залазь, у нас 44. Я первый раз в этой игре. Арин, 44 секунды осталось. Давай, переходим в следующую локацию. Да. Окей. И там у нас ни на щит, ни на что не хватит. Ну, ты знаешь, я вроде как не почувствовал сильной разницы. Вот так, чтоб сильно. А ты... Что, только деньги потратить. Да. Смотри, все у нас есть. А настройки, посмотри следующие данные, что это такое, ящики. Ага, а ну-ка заходи в этот ящик. О, прикольно, а что это такое, розовый ящик? Ой, что у меня попадется? Вау! Гейм трейл. Класс. Зеленый поезд, что ли? Выходи тогда с ящика этого. Так. Смотри, теперь сзади нас есть зеленая штука. Ага, шли. Она ускоряет. То есть она ускоряет, реально? Да, наверное. Ну, давай. Просто... Стой, ну подожди. И прыжок, стоп. Прыжок. Ай-яй-яй, давай еще разочек попробуем. Слушай, ну они так быстро двигаются, не успеваешь, да, Рин? Оп, жди, не торопись. Есть, не торопись, главное не торопиться. Прыжок. Есть. Не торопись. Видите, ребят, когда сразу с первого на второй, на третий, тут ну, большая вероятность, что ты не успеешь. Лучше перепрыгнуть. Короче, перепрыгнул. Как настроился. Вот прыгнул на этот квадратик. Настроился. И на следующий квадратик тоже прыгнул. Оп, тоже настроился. И потом на третий, на четвертый, так вот на все квадратики. Подготовился. Я же на первой упала. Как я так могла? Все, остановись, не торопись. Торопишься, вот спешка не позволяет дойти до конца. Надо торопиться, не торопиться, а настроиться. Видишь? Да там один она прыжок. Максимальная. Один прыжок надо было, два прыжка это много. Давай, оп. Есть. А, ты хотела просто как, типа, дальний прыжок сделать, да? Нет. Ну, тяжелые да, препятствия. Абсолютно тяжелое препятствие, да, Ринка? Да что такое? Ну я ж встала. Что ж не туда. Так? Стоп. Оно слишком быстрое. Да, но надо, мы... Надо, чтобы максимально аж туда пошла. Аж туда, к стенке. Да? Ага. Так, Ариночка, давай, стой на месте, не двигайся. Вот, все, не торопись. Есть, стой, не торопись. Я прошу тебя, не торопись! Есть. Да, она там двигается и, короче, сбавит. Надо в центр прыгать, точно, надо в центр. А потом не допрыгнуть. Давай, стоп. Я в центре. Надо раньше. Я перепрыгнула. Надо раньше. Да, сейчас получится. Не переживай. Если долгомышца, что-нибудь получится. Вы, главное, пытайтесь и обязательно наберетесь опыта и... У вас все получится, вы перепрыгнете эти квадратики, да, Ринка? Все получится, и последний. Подожди, не торопись. Вычисли этот момент. И... Второй прыжок был лишний. Почему? Ну, ты перепрыгнула?
попала, а на второй прыжок спрыгнула. Вот видишь? Пытайся по одному прыжку. Я не привыкла просто к этому компу. Я привыкла на планшете играть. Стоп. Жди. Один. Стоп. Там оно отдвигается. Ага, ну так в этом и смысл. Почему делать? Не торопись. Главное, не торопись, настройся. Пусть покатайся чуть-чуть, но главное, не торопись. И прыжок. Воу, прикольно получилось. Второй не мешал. Ты знаешь, как для разнообразия Tower of Hell, неплохая игрушка такая. Достойна внимания, да, Рин? Да ну, ты что такое? Но нужны, единственное, железные нервы. Выдержать такие по-настоящему сложные испытания. Ой, это что такое, пап? Попробуй спроси. Давай, так, моя очередь, смотрите. Сейчас я к управлению приступил. Итак, смотрим. И оп, есть. Первого центра смотрим. О, тогда ладно, сейчас попытка номер два. Ты же сам говорил, надо остановиться, сосредоточиться, даже секунду не пришло. Ладно, окей, сейчас смотрим. Вот. Так. Не кусай. Вы представляете, они двигаются не одинаково, хаотически. Они могут ускоряться быстрее. Да, Аринка, ты права, действительно. Да, я думал, ты торопишься. Они действительно это нелегко. То есть эта игра довольно-таки тяжелая, как по мне. Ух! Так что вот так вот. Давай. Ладно. Почему он меня кусает? Не знаю, с нами немецкая овчарка, и она нас кусает за ноги. А нам пора прощаться. С вами был Кроши Гейм. Ставьте лайки и подпишитесь на канал. Всем пока-пока. Но подождите, тут новый табор. Аринка, давай попробуем. Вот последний раз, и только ты падаешь вниз, все, сразу же отключаем и будем переходить к новой игре. Мы покажем вам все игры Roblox. Заходите, подписывайтесь. Оставляйте комментарии, в какие вы любите игры играть. Да. Так, пробуем. Ну что, еще разочек. Давай и все, да? Да. Так, что там Лунка делает? О, укусила за ногу. Ага. Ладно, давай третий раз, уже последний. Ладно, все. Действительно, такой вот напряженненькая игрушечка. Давай, стоп, оп, 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 подожди, подожди, подожди. И оп, есть! Прыжок есть. Если прыжок. Я пройду этот... Ага. Давай. Второй уровень, наконец-то. Окей. Так. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, мы неплохо зашли. Да. Так что, ладно, всем... с вами был Кроши Дэй. Ставьте лайки, подпишитесь на канал. Всем пока.